Ебали вы нахуй! Блядь, я думал, помогу. А, помогу, действительно. Только нахуй, теперь надо как-то хуй нужны. Ну, сука! Заебал, блядь, не нажимать. Так, понятно. Ну что же, всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Федь Крутанов, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Angry Birds Space. Да, спустя такое продолжительное время, мы продолжаем в это играть, да. И как видите, у меня уровни тут уже пройдены. В предыдущей серии, как вы знаете, мы прошли до 16 уровня. Но тут он у меня почему-то против. Да потому что я запись проебал. Вот. Так еще в той записи все нахуй. Все лагало очень. Да. Печально. Все, короче, там. Вот. Поэтому хорошо, что это сохранилось. И я сейчас просто перепройду все эти уровни. Но все не так просто. А, так как я 10 месяцев не заходил в эту игру, я еще и сам забыл. Я эту игру, короче, забыл. И не вспоминал уже 10 месяцев. Поэтому вряд ли я помню, что там на 16-м, на 17-м и так далее. Но сегодня мы с вами пройдем эту главу. Да. Надеюсь, я правильно все. Ну давайте, что. Так. Я же надеюсь, я не отупел из-за того, что не играл. Да. Так, ну, по идее, надо, значит, вот так вот, наверное. Так. Давай, вот так. Эй, там одна свинина, что ли, осталась? Да. Вот тут только одна свинина осталась. Да ничего, ладно. А, я даже свой рекорд не побил. Я даже ниже. Ну чего, ребята? А, нет, все-таки я побил. Все-таки я побил свой рекорд. Ну ладно, все равно вперед. Это не важно, какой рекорд. Так, ну. Ой, давай, туда, куда я думаю. Вот так оно надо. Вот так-то лучше. Если бы вот этот снежок еще бы попал бы туда, куда надо, то бы супер. Вот так вообще хуёво. Да, блядь. Вот так вот, смотрите на этих кулаках. Умри ты, что ли, блядь? Ребёнка. Ну, серьезно не умрет? Чё, блядь, серьезно нахуй? Вы издеваетесь, блядь? Это типа потому, что он на воде держится? Да что мне все это нахуй? Ну я бы даже свой рекорд бы сейчас пробил. Если бы этот свинь, блядь, сдох. Ну ладно. Сами мы прошли. Вспомнили, что тут за уровни были. Нет. Так. Ну это изи, короче. Нахуй. Блять, ну теперь я не могу нахуй кинуть. О, идеально, идеально. Тупо нахуй, идеально. Так, сука, вот опять мешает мне вот это вот хуёво. Ну, я надеюсь, я справлюсь. Давай, давай, давай. Этих камешек, в принципе, достаточно, чтобы... Вот, все идеально. Правда, я свой рекорд так и не побил, но... А, все равно.
Все. Даже одну звезду, ну и похуй. Главное это то, что я все потихонечку вспоминаю. Угу. Да-да. Так реально лучше. Ну блять, ну заебали. Ну ладно. Есть другой выход. Из такой ситуации. А именно, я хочу просто вот так. На изи тупо. Теперь, значит, так вот делаем. И все сдохли. Все. Супер. Все, не буду дальше смотреть. С чего, блядь? У меня было разве 3 звезды? На 19 уровне. Ну ладно, в записи посмотрим. Точнее, вы можете написать об этом в комментариях, тогда мне ничего не надо. Сейчас, по-моему, нормально. По-моему, я не знаю. Только не промажь. Не промажь. Это хорошо. Давай, давай, уничтожь всех этих. Так, только есть, ну как бы. Но, видали? Так, ну я надеюсь то, что у него все получится. Я правда не знаю, как его зовут. Вот, все получилось. О, я побью сейчас свой рекорд. Классно. Видали? Не юхает, сука. Да. Так, ну тут все. Ну тут все изи на самом-то деле. О, ебать, я круто сделаю. Я круто сделал. Теперь можно просто вот так вот сделать. И все. Будет все окей. Ну ладно, можно так-то. И все взорвется. На нахуй. Нет, видимо, не все. Ну нет, ну идеально. Так еще и побил свой рекорд. Сейчас заебись. Заебись. Так, теперь еще у нас. Теперь у нас тут какая-то империя. Даже взорвал. Так, теперь, значит, забиваем хер на эту хуёвину. Вот зачем я так делаю? Не нормально. Всё супер. Так, теперь надо как-нибудь к нему отображаться. О, идеально. Теперь надо как-то именно к нему подобраться. Все идеально. Тогда я не побил свой рекорд, но это не столь важно. Это не столь важно. Ой, пизда, ой, пизда. Так, ну давайте как-нибудь попробуем пройти. Да, действительно. Блять, ну чё ж такое-то нахуй? Ладно, зато можно вот так.
делать. Ну и теперь просто на изи, короче. Все, на изи тут прошли. По-моему, в прошлый раз я в той записи я это тоже очень долго проходил. А это прям на изи. Бля, 24 уровень. 24 уровень. Ой, бать, большой свинь. Жирная свинья тут у нас. Большой свинь это как-то вежливо слишком для меня. Ну-ка, сработал, да? О-о-о-о-о! Опа, нихуя себе. Я что-то только сейчас заметил это. Эти астероиды. Так, ну что-то мне кажется, что все хуйня. Когда, блядь, этот большой свинь-то сдохнет? Так вот, как мне надо прицелиться, чтобы было прям все супер? Честно, мне без понятия. А, я все равно их двоих убил. Лол. Так, ну может вот так вот надо прицелиться. Взорвать этого пидораса. Взорви. Все, идеально. Все, прошли с вами. Какой уровень? 24 уровень. И это суперски все. У нас сейчас идет. Ну, собственно. О, ебать, ну как раз 24 уровень, ебать, класс. Пошли же на 25, который я не проходил. Вперед. Ну, по крайней мере, тут показывают, что я не проходил. Так. Да неужели? Так, теперь, значит, надо все прочистить. Тут. Да что-то много на дне. Ну, теперь осталось все. Так. Может, он тоже умрет. Он не умрет. Все, на изи прошли. Даже 124 очка. Ну прикольный уровень. Пиздец. Так. Во-первых, надо понять, что куда движет. Ну да. Ну ладно. Ну это тоже не очень-то идеально. Опа! Да что ж такое-то? На-на! А свинь все равно не умер. Ой, чё ж свинь-то такой толстый, блядь! О! Пиздец, блядь! На нахуй! Наконец-то прошел этот ёбаный уровень! Ой, зря я сказал, то вы, наверное, думаете, самый первый серий, что я такой просто первого раза все прохожу. Нет. Ну, опять какой-то сложный урок. Пиздец, реально я походу отупил. Ой, ебать. О, давай, падай. Прям на этого толстого свина. Давай. Ну, не поможет. Ну, значит. Вот так вот прицелись. Прям на крана. На это. Нихуя себе, вот это я, блядь, могил.
Это ледяная птица могил. Да бля! Не мешает, что ли, блядь? Все, успокоились там. Все, не мешает. И ты. Вот, ну, нормально. Все, нормально. Так, пошли же в следующую. Ебать, скоро босс, нахуй. А с восьмого уровня, как бы. Так. Вот так, идеально, нахуй. И-те-а-а-а-на. Ой, ебать, супер. Ну, короче, я сделал, как бы. Блять, промазал, вот сука. Ладно, давай с кем. Лол, убила. Убила нахуй. Ну сейчас просто тупо сливаю птиц нахуй. Ничего полезного. А вот это вот. Не слив птиц. Сразу бы дали бы, я бы сразу прошел. Ебать, интересно, что же за босс будет? Ебать, это, смотрите, это типа осьминог. Лол. Это типа симуляция осьминога. Лол. Ладно, хватит. Блять, как тупо. Так. На. Не поняли, блядь. Так и надо нахуй проходить. Эти уроды. Сука, промазал, да? Не, все идеально. Все. Значит, сейчас будет зомбосс. Птица-босс. Бля, ладно. Короче, будет просто. Вы готовы лицезреть это? Вперед. Так, тут... А, это просто подводная лодка. И все, это просто подводная лодка. Я, конечно, ожидал больше. Тихо, куда ты, блядь? Тихо. Нахуй. А, я понял, как надо проходить. Ёба там, бро. Смотрите, надо, допустим, вот так. Сука. Я понял, как проходить надо. Так. Да ёп. Ну стой. Теперь начали стёрнуть. Опа, нахуй, на, блядь. Кстати, оно не... Да, блядь, не... Да вы... Это должно было взорваться потом, нахуй. Так, мне кажется, это хуйня. Так. На, нахуй, прошел. Заебись. Охуенно. Ну-ка, давайте посмотрим, что же дальше. Так. И вот смотрите на его лицо. Будто это прям, да, типа. Будто он прям радуется. Но ему просто больно. Ну хорошо, что они его не убивают, а просто бьют. Это хорошо. Очень хорошо.
Ну что же, дорогие друзья, настало время космических кристаллов. Да. А потом, ну это, кстати, реально последний балаван. А, нет, Dangerous Zone. Вот. Все равно, дорогие друзья, это очень хорошо, да? Пожарили. Блин, дух смысла. Ну вот. Значит, мы с вами прошли, как обычно, короче. В общем, извините, что так долго не делал серии по этой замечательной тебе игрушке. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но. Это уже предпоследняя глава. А это как дополнительно. То есть ее не обязательно проходить, но я ее пройду. Ну что, ладно, хватит болтать, а то мне еще видосы выкладывать. В общем, с вами был Ясен Курданов. Ну и всем пока!